надувная горелочка, как работает. Вентилятор, то есть, он не греется абсолютно. Он постоянно охлаждается, прогоняет через себя воду. А эту часть трогать не рекомендуется. По цвету уже понятно. 500-600 градусов. Ну и для чистки такая приблондина. Заодно и как бы мы еще и испаритель чистим, и заодно смотрим, закрываем окошко смотровое, через которое, опять же повторюсь, никакого дыма нету при работе. Состояние испарительной чаши видно. То есть он капает, чаша, там нету никакого, скажем так, то есть все это испаряется моментально. Еле-еле видно, то есть она маленькая такая.